День добрый. Сегодня 23 января. И зайдем в магазин Балдинини, покажем товары. Есть несколько моделей уже со скидкой 50% от цены аутлета. Пойдемте. И что хорошо, сейчас, первый раз вот продавцы нам сказали, консультанты, что все цены уже проставлены, то есть это уже финальная цена показана с максимальной скидкой. И также есть некоторые модели уже расставлены по размерам, допустим, там 39-й, все модели 39 размер, там 40-й, все модели 40-го. Ну что, пойдемте с женского сначала. Сразу же покажем модели, которые есть точно в продаже, да? Допустим, 36 размер. Вот все модели. 36 размер, вся стойка 36 размера. То есть, повторюсь, кому что нравится, пожалуйста, пишите на WhatsApp. 100 евро. 100 евро сейчас цена. Такой модели. Видите, 36 и 38 есть показано. Цена 150. 195. Стоили вообще 559. Это все 36 размер, повторюсь. Весь стенд 36. Опять же, есть и 39-40. Ну так, для информации, для общей. Так, цены показали этой. 139. Только в 36. Видите, ultimo, last. Только в 36 размере. Такие казаки. 145. Мягкая кожа. Эти ботиночки. 35, 36, 40 размер. Цена 167 евро. Подклад тоже идет кожа. Туфли из бутиковой коллекции. 115 евро. Стоили 459. 36 размер. Дальше. Опять же, все показано. Все 36 размер. 135 евро. Также есть еще в 38,5, потому что это бутиковая коллекция. Только в бутиковой коллекции, повторюсь, есть половинчатые размеры. 100 евро кроссовки. 36 размер. 115. Тоже последний размер, только 36. 36, 40, 41. Цена вопроса 135 евро. Мягчайшая кожа. Тоже, мне кажется, мех натуральный, возможно. 195 евро. Я думаю, что да, потому что изначально цена 559 евро. 36 размер, последний. Других размеров точно нет. Очень мягкая кожа, просто мягчайшая. 150. Есть еще 39 размер. 135 евро. Тоже бутиковая коллекция, но последний размер, 36. 135 евро. Тоже последний размер, 36. Здесь 153 евро. 36 размер. 36 и 40 есть. Цена вопроса 180 евро. 36, 38 с половиной, тоже бутиковая коллекция, но видите, все эти дополнительные украшения. Цена вопроса 195 евро. Ну и цена, соответственно, бутиковая коллекция подороже. 35, 36, 40, 179 евро. Натуральная замша. Made in Italy. Ну и также в черном цвете. 36, 39 и 41 размер. Цена также будет, ну, однозначно, 179 евро. 119 евро. Просто мягчайшая кожа. Очень мягкий. Просто вот. 119 евро. Есть 36 и 38 показано. Мягкая. 153. Последний размер 36. 36, 37, 38. Цена вопроса 139 евро. Это то, что касается 36 размера. Кстати, здесь еще
449 евро. 215 евро такие. Сапоги 215 евро стоили 695. Натуральная замша тоже это идет бутик. Last size, то есть последний размер, 36 размер получается. На пуховики тоже скидки, тоже уже цены все проставлены. Например, такая модель 455 евро. 42 итальянский. Та же самая модель. Та же самая модель, 46 есть, 48 есть и 44. В принципе, все размеры. Вот такой пуховик 532 евро. Стоил 1149 евро. 46-й есть цвет антрацит, вот такой есть, серый. И такая модель 525, стоила 1129. Есть 48-й, 48-й и 46-й размер. Так, идем дальше. 35-й размер, вот тут получается, какой у нас размер. Уточним точно. Это уже 37 идет, значит. 35 получается только вот здесь. Вот такие кроссовки. 174 евро. 100 евро. Тоже бутиковая коллекция, скорее всего. Это, да, это идет бутик. 100 евро натуральная кожа. 167 евро. 35 размер. 167. 119 евро, 35, тоже бутик, 100 евро. Это что касается 35 размера. Здесь идет все остальное, вот этот 37 размер, я так понимаю. Давайте пойдем по порядку. 150 евро. Такие капельки, видите, переливаются. Последний размер, 37, 135 евро. 195 евро. Но опять же, если кому-то что-то, какая-то модель понравится, да, цены во всех аутлетах одинаковые, что в Испании, что в Италии. Если у нас в нашем аутлете не будет размеров, будем заказывать в других аутлетах. Это тоже все возможно. Тоже это все бутиковая коллекция. Так, 190 евро показал. 170 евро. Тоже бутик. 135 евро. Все тоже натуральная кожа. Дальше. 174 евро. 153. Вообще легкий, невесомый. 131 евро. Стоили 439 евро. 70% скидки. Made in Italy. 153, 153, опять же такая модель вот была уже 135, ну то же самое, то, вот он, то же самое модель. 180, 36, 37, 41. Цена вопроса 195 евро. Здесь наверху $149, $150, это 37 размер. Ну, есть также 36-41. $145. Тридцать седьмой, 39, 41. 173 евро. 160 евро. Есть 37,5, 38, 36. Вот бутик. Тоже бутиковая коллекция. 205, стоили вообще 675. Есть 36, 37, 41. Замша.
Челси такие 35, 36, 37. Ну, здесь снизу сапоги. Только 37-й. Подклад кожи идет 209 евро. Подклад идет кожа. €230 стоили 659 минус 65%. Есть 36 и 37 размер, я так понимаю. Две пары 37 есть. Такие вот были в 36 размер в черном цвете, а это вот в белом цвете. Тоже последний размер. Две пары есть. 195 евро. Вот из этой же серии. Вот только в белом цвете. В белом цвете 153 евро, 37-39, цена 167. Такие кроссовки 125 евро, 75% скидки, 37-38-41, цена вопроса 120 евро. 125 евро. Тоже, скорее всего, что последний только размер. Общим планом сумки. Если кому-то там понравятся сумки, ну, например, вот такая сумка 100 евро. Special price уже 100 евро. В черном цвете также будет 100 евро. А нет, в черном цвете 139 евро, ошибаюсь. В черном цвете 139 евро. То есть черный цвет чуть подороже. €359 евро вообще. Так, но опять же, сумки кому надо, пожалуйста, делайте фотографии, скриншоты, присылайте на WhatsApp. Общим планом покажем. Ну, давайте 38 размер. То, что не показывали до этого. Допустим, вот такие лодочки. 110 евро. 110 евро. Есть и 35, 36, 38. И фиолетовый 36, 38, 41. Например. Такой модели у нас тоже не было. Мягкая кожа. Подклад тоже идет кожа. Очень легкий, кстати. Хоть и высокая подошва, очень легкий. 173 евро. Made in Italy. 38 размер, повторюсь. Скорее всего, что других размеров нет. Только 38, две пары. Но очень легкие. €153. Такую модель мы, кажется, не показывали. 167 евро. Тоже мягчайшая кожа. Просто мягкая. 140 евро, кстати. Конечный цвет. Подклад кожа. Замша. Made in Italy. Тоже песня. Причем показано 39. Две пары. Странно, почему они здесь стоят. 39 размер, две пары. Это не 38. 115, 38 размер и тоже 38 размер, 38 и 40 размер. Здесь тоже получается 38 должен идти, 100 евро. 100 евро. Также в черном цвете 100 евро, но также должен быть 38 размер. Сейчас посмотрим, где тут это. Где-то же должна быть. Да, вот внутри 38 размер. Это все 38 размер идет. 38, 41, 36. Цена вопроса 160 евро. Так, белые мы такие уже показывали. Не ошибаюсь. Да, в 37 размере они были. Ну, то же самое, 180 евро. 38, 36, 153.
Так, вот таких не было. 38 и 40 размер есть. Цена 137 евро. Такие кроссовки тоже уже были. Не ошибаюсь. 115 евро. 38 размер это. 38. Так. Вот здесь еще вот такие. 153 евро. Кожа. Нет, это не кожа показана. Все-таки это не кожа. Кожа внутри, это не кожа. Показана. 38 размер. Такие ботфорты. 195 евро. Так, ну давайте по 38 до конца. Нет, это уже 39. То есть 38 был вот здесь, и это идет 39. Это тоже 39, не забываем. Так, кроссовки такие 37,5, 38, 39. Бучковая коллекция 135 евро. 135 евро, 174 евро. Только 39. 37,5, 39, 40. Цена вопроса 115 евро, кстати. 115 евро. Причем здесь они такие немножко утепленные, смотрите. Кожа. Тоже в виде капелек. Переливается 202 евро. Натуральная кожа. Все это показываем 39 размер. Да, 39 тоже легкие вот эти. Цена 95 евро, кстати. 95 евро. Есть 39 две пары, 40-й, ну и показано 36-й. Возможно, что 36-й тоже есть. 119 евро. Тоже очень мягкая кожа. Просто складывается. Очень мягенькая. Здесь тоже 39-й. Так, 119. 120 евро. 140 евро. 153 евро. Тоже очень легкий. Тоже бутиковая коллекция. 125 евро. 153. Вообще. Такие облегченные. 174 евро. Мне кажется, такие узы были у нас. Внизу. Давайте посмотрим, какой все-таки это размер. 39, тоже 39. 153 евро. Такие мы показывали в 36 размере. Эти тоже были в 36 размере. Там. Плюс-минус. 160 евро. Да, был в 36, правильно говорю. 38-41. Тоже бутиковая коллекция. Этих не было. Эти единственные в 39 размере. Мягкая кожа. 139 евро. 40 размер. Общим планом. Такие мы показывали. Но есть, видите, 40-й. Таких мы даже ни разу не показывали. 215 стоили вообще изначально 695. Вообще нарядный. Натуральная кожа. Здесь получается на липучках. Вот таких ни разу не было. В видеообзоре недавно привезли, видно. И тоже идут как бы облегченные. Хоть высокая такая плотная подошва. Такие мы показывали уже. 195 евро. Тоже 195 евро. Кроссовки. Последний размер. Бутик 174 евро. Тоже очень легкий. Здесь, скорее всего, что тоже будет 40 размер. А нет, здесь 38 идет тоже. Вот как-то. А вот это 40. Вот это 40. 167. 188. 40 размер. Такие мы показывали. Такие не показывали еще. 137 евро. 40 размер.
100 евро, 40 размер. 137 евро, тоже 40 размер. 167 евро. Тоже натуральная кожа. Подклад тоже кожа. Ну, такие модели многие у нас заказывали в начале года. Так, внизу самый нижний ряд тоже 40 размер, 153. Так, какие мы не показывали, таких, кажется, кроссовок у нас не было. Бутиковая коллекция 170 евро. Так, цена вопроса. Ценника нет. К сожалению, ценника нет. Ценника нет. Здесь тоже нет. Странно, ну ладно. 135 евро. Тоже бутиковая коллекция. 153. Made in Italy. В черном цвете такие показывали. 125 в белом цвете. 174. €153. Так, это все был 40 размер. Я так понимаю, здесь идет 41 размер. Это показывали, это 41 показывали. Других по цене 167 евро. Тоже показывали. Это все мы показывали, но это все, что есть в 41 размере. 174 евро. Made in Italy. Так, вот таких не было у нас моделей. Да, видите, не было. 41 размер только единственный остался. Цена вопроса 160 евро. Так, это у нас было. Было. Вот таких не было. Леопардовых 143 евро. 41 размер. Made in Italy. Видно, да? Вот здесь подушка тяжелая такая. Чувствуется. 135 евро. Такая, чего она? Массивная. Сравнивать с другими моделями. Достаточно тяжелая. Ну и здесь 41 размер. Такие тоже раньше показывали мы. Также 205 евро. Это показывали. То есть это все в 41. Вот это очень легкий. Повторюсь, очень легкий. 173 евро. Вообще невесомый. Это все, что касается женских размеров. Пойдемте покажем мужские размеры. Здесь новое поступление. Да, только-только привезли. Все, что есть, да? Допустим, такая моделька. Цена 249 евро. От этой цены мы, как говорится, предоставляем свою персональную скидку минус 30%. То есть у нас она всегда есть. Хоть одна пара, хоть 5, хоть 10. Без разницы. Минус 30% у нас всегда есть. 249 евро. То есть это все вот только-только новое привезли. 249 евро. Также будет минус 30%. Ну, опять же, кому нужны фотографии поподробнее, пожалуйста, присылайте все на WhatsApp. Все уточним. 189 евро. Здесь надо уточнять, будет от этой цены еще 30% или нет. Уже 50% просто стоит здесь. Ладно, уточним. Так, мужские все то же самое. То есть это вот новое поступление, да, хотя они были и до этого, да, 219 евро и минус 30%. От этой цены будет еще минус 30% наша персональная скидка. Все натуральная кожа, даже подошва. Опять же, все эти модели были показаны в предыдущих, они из года в год идут. 219, ну кожа очень мягкая, повторюсь, кожа очень мягкая, 219. Вообще, 219 и минус 30%. От этой цены будет 159 евро. Вот здесь я уже сомневаюсь, что будет цена. А может будет... Ладно, кому надо, уточним. Ну и все с максимальными скидками. То, что вот last size. Допустим, 44 размер общим планом. Ну и по ценам быстро пробежимся. 139 евро, 44 размер. Других нет.
Тоже только 44 размер. Цена вопроса 167 евро. Такие кроссовки. Кожа текстиль. 153 евро. Тоже получается только... А здесь вообще 45. 45 размер. Давайте здесь перепроверим. Нет, это 44 был. Повторюсь, если кому-то надо другой размер, все это можем уточнить в других магазинах. 139 евро. €105. 345 стоили. 44 размер. И такие кроссовки. 125 евро. Ну, тоже 44 размер это идет. Дальше. 135 евро. Очень легкие, кстати. Замша, кожа. Тоже замша, кожа. Здесь на замочке. Здесь небольшой утеплитель есть. Стенка кожаная. Легко снимается. Тоже таких ботиночек мы не показывали. 110 евро, кстати. Но это 45 размер. Странно. То есть, ну, каждый размер перепроверять. Тоже 45-й. Хотя стоит 44-й. Странно. Ладно. Это тоже 45-й в руке у меня. 143 евро. 44, 45, 46. Это 44-й. Цена вопроса 100 евро. Замша натуральная. 100 евро. 153 евро. 44, 39, 153, чуть-чуть небольшое отличие, эти чуть повыше, эти чуть пониже. Цена вопроса 135 евро. €139. Размер 44. Made in Italy. Так, кроссовки. Очень легкие, кстати. 115 евро. Кожа. Очень легкие. Тоже мягкая зернистая кожа. 167 евро. Made in Italy. Давайте такие покажем. Здесь кожа чуть погрубее. Не такая мягкая. Цена вопроса 135 евро. Размер... 44. Странно, 44, 45, как бы здесь идет все в перемешку. Переходим на 43 размер. Опять же, 135 евро сейчас цена. 43 размер, да, не ошиблись. Очень легкие вот эти. 40, 41, 43, 46. Цена вопроса 100 евро. Такие кроссовки мне нравятся. Мягкая зернистая кожа, гладкая кожа, замша. Цена 143 евро сейчас. И по размерам 40, 43, 45. Показано, что есть. 149 евро сейчас такие ботинки. Ботиночки, кроссовки. И по размерам 41, смотрите, 41, 42, 43, 45. Такие мы показывали в предыдущем, в 44 размере. Так, вот это классика у них из года в год. 139 евро. Остались в 43 размере, получается. Да, 43 размер. Очень мягкий. 100 евро. Просто невесомый. 100 евро. Размеры есть 39, 40, 43. Так, 139. Мне такие, кажется, похожие показывали. Похоже, но не такие. Ладно, 139. 43 размер. 153. Это все в 43-м. Тоже легкий. Как в белом цвете. Только в белом 100 евро стоит. А в черном стоит 119 евро. Да, 119 евро. И размеры есть 39, 40, 44. А это у нас какой размер? 44. Хотя стоит на полке 43.
Так, 153. Опять же, покажем цены, а по модели, по размерам, кому надо, будем уточнять в других магазинах. 105 евро. Тоже мягкая кожа. 167. 153. Все, просроченная такая. 43-45. Цена вопроса 167 евро. И такие 161 евро. Замша. Похоже, размер только единственный, 43 в нашем магазине. Опять же, все в других магазинах также можем уточнить. Общим планом внизу вот это 45-46 просто покажем. Так, вот такую модель мы не показывали. Она на меху, утепленная. Видите, такие. 167 евро. Опять же, это то, что касается в нашем отлете. И такая же модель есть. Это в замше, а это идет в коже. Также утепленная. 167 евро. Это размер 46, но опять же, кому если надо будет другой размер, будем уточнять в других магазинах. 44-42 показано. Это 42, цена вопроса 100 евро. Красивые кроссовочки. 100 евро. Это стенд, получается, идет уже 42 размер. Это вот сюда тогда поставим красиво. Тоже легкий, но, опять же, мы показывали в другом размере. Все то же самое, 115 евро. Так, такие показывали. Такие не показывали. 131 евро. 42 размер точно есть. Есть 43 и 40 показано. 80 евро. Вот. 80 евро. Даже подошва натуральная кожа. Made in Italy. 42 размер точно есть. 120 евро также. Очень мягкий. Здесь подошва не кожа. Внутри и снаружи все это натуральная кожа. Таких не показываю модель. В черном цвете показывали, в коричневом. Причем показаны размеры 40, 42, 44, 45. 149 евро. Вообще невесомые. Просто складываются на раз-два. Ну и ценника нет. Я думаю, около 100 с небольшим евро. Но очень мягкий просто. Всеми руками затрогали, что стерли весь ценник. Так, вот эту модель не показывали. Мягкая зернистая кожа. 195 евро. Она идет с утеплителем. Такие чуть-чуть утепленные. Размер, скорее всего, в нашем магазине только 42. Такой тоже, мне кажется, модели не было у нас. Тоже идет, смотрите. Утепленные. На меху 167 евро. 42. Причем легкий, мягкая кожа. Так, такие давайте еще покажем. 143 евро. Так. Здесь ценник. Размеры 42, 43, 44, 45, 46. 135 евро. Есть у нас такие. Тоже легкий подклад кожи. Причем это идет 42,5. Бутиковая коллекция. Цена вопроса 135 евро. Так, ну здесь мы показали. Идем дальше. 40, 41, 39. То, что есть. Так, эти мы показывали до этого. Таких, мне кажется, не было моделей. Мне кажется, не было. Ну да, последний размер 160 евро. И с коричневыми вставками тоже 160 евро. И, скорее всего, последний размер. Такие кроссовки уже были показаны до этого. 143 евро. Такие тоже только в коричневом цвете были показаны. В черном также 153 евро. 167 евро. Так, вот такой модели точно у нас не было.
Тоже на меху. Видно. Мягчайшая кожа. Такие мокасинчики. Стелька просто вытаскивается, вылетает. Made in Italy. Цена вопроса, да? Стоит, осталось у нас. Чикас, quanto costa este? Сейчас узнаем цену. Так, ну, общим планом покажем. А вы там уже сами выбирайте, смотрите, делайте скриншоты. Вот, в принципе, практически все модели мы показывали. Такие сейчас очень легкие, хоть и подошва высокая. 155 евро. 41 размер. Тоже очень легкие, кстати, очень легкие. 41, 42, 46 показано, что есть. Цена 161 евро. Так, вот такой модели было, нет? 167 евро. Тоже на меху. Тоже утепленные. А, они вот как выйти. Точно, вот они. Получается, в трех цветах. В белом, да? В черном. В черном, в белом. И в замше идет. Ну, такой не белый, как цвет слоновой кости. Да, молочный цвет. Есть, видите, есть в черном. Такие модели показывали. Здесь. Так, вот такой модель. Да, такая модель была. 131 евро. Но, опять же, это идет 39 размер. Повторюсь. Кому-то нужен будет другой размер. Будем уточнять в других магазинах. Ну, в общем, планом также сумки. 167 евро со скидочкой идут. Здесь на резиночке. Очень мягкая кожа, повторюсь. Рука потеет сразу же. Мужские сумки, рюкзаки. Но здесь, скорее всего, будет только минус 30%. Допустим, вот такая сумка 189 евро и минус 30%. €159. Видно. Свою сумку показать снова, нет? Покажу свою сумку заново. То есть многие покупали. Это моя сумочка. То есть Балдинини. Ношу уже третий год, наверное. Здесь отделение. Под портмоне, под телефон. Ну, кожа мягчайшая, повторюсь. То есть очень удобная сумка. Все, кто заказывали, все довольны. Здесь еще отделение. То есть, ну, очень классная сумочка. Раньше пользовался Пиквадро, повторюсь, но это даже интереснее, чем Пиквадро. И цена была и есть 269 евро и минус 30%. Сейчас посмотрим, она есть в продаже у нас. В нашем магазине нет. Ну, в принципе, можно заказать, привезут. Тоже такая же похожая сумка, 169 евро. В принципе, ну вот, практически та же самая, только здесь идет немножко другая кожа, выделка. Также вот эта моделька чуть поменьше, 159 евро. Ну и также будет минус 30% от этой цены. А это чуть больше, чем моя сумка. 179 евро, она, видите, такая пошире. Снимем, покажем. Тоже много карманов. Также мягкая зернистая кожа. Плечевой ремешок регулируется. Ну, чего-чего, так же, как и обувь. Ну, мягенькая кожа, очень приятная. Повторюсь, третий год ношу, нареканий, но вообще от слова совсем нет. И здесь еще мужская обувь. Опять же, похожие модели мы уже показывали. Тут, наверное, вообще без размеров, да, просто стоят. Ну, давайте просто по цене для понимания и покажем пуховики, что там есть. 135 евро, 42, 143 евро,
Такая модель в замше 143 евро. 167. Такие Челси у нас 161 евро цена. Это уже все финальная цена. То есть, видите, у меня уже подчеркнуто 160 евро. 139 евро. Тоже приятный цвет. Замша 149 евро. По размерам, кому какие надо, будем уточнять. Повторюсь, можем заказать как в Испании, так можем заказать и в Италии. Так, кроссовки в двух цветах. В черном и в коричневом 160 евро. Причем легкие. Все это натуральная кожа. И такая же модель. Только высокие. 188. В черном цвете также. И из мягкой кожи. Из мягкой кожи подклад тоже кожа. 174 евро. Кожа очень приятная здесь. Так, 167 евро. Эти тоже модели мы показывали в предыдущих стендах. 153 евро. 139 евро. В двух цветах. 139 евро. Такой модели не было у нас. Чего не было, того не было. 100 евро. На витрине это у нас 40 размер. Опять же, возможно, что есть и другие размеры. 153 евро. 100 евро в этом цвете. В таком тоже слоновой кости. Это тоже их классика из года в год. 137 евро. И в черном цвете тоже стеганы, натуральная кожа, мягкая кожа. В черном цвете подороже, 160 евро. Такие кроссовки сейчас есть 40, 43, 44, 45, 167 евро. Мягчайшая кожа. Вполне возможно, что бутиковая коллекция. 161. Ну, такая модель была в кофейном цвете, это такой шоколадный цвет, 131. Здесь 150. 9, нет, ровно 150 евро. Легкие, хоть и подошва высокая. 125 евро вообще. Эта модель 125 евро. Так, пуховики вот здесь сейчас еще покажем. Пуховики мужские. 52 размер, 420. 52 и 54 есть показано. . 417, 54, 56, 58. Такой пуховик. Все тут натуральный пух. 420 евро. Скорее всего, только 52 размер. Очень легкий вот этот, прикольный. 58 размер, правда. Цена вопроса 385 евро. Еще пушистый пух. Пушистый пуховик. Так, тоже немножко удлиненный. 58 размер. Цена 455 евро. Тоже капюшон есть. 417 евро. 56 и 58 размер в синем цвете. И в таком зеленом цвете, изумрудном. Причем красивый цвет. Тоже очень легкий. Только в 58-м, но в нашем, опять же, магазине 417 евро. 417 евро. Так, вот здесь не показали обувь еще. Может, до этого были. 110 евро. 110 евро. Нет, таких не было модели. С двух сторон на замочках. Подклад кожа. Made in Italy. 161 евро. Такая же модель, только утепленная, со смехом. 202 евро. Мех, скорее всего, натуральный. Натуральная кожа 174 евро.
Замок спереди открывается, закрывается. Подклад тоже кожа. Made in Italy. Здесь погрубее кожа. Такую модель мы показывали уже раньше. 188 евро на шнурках. На меху. Тоже легкие. Так, и вот здесь у нас остались. Опять же, такую модель только что показывали. €181. В трех цветах. Цена везде одинаковая. €153. Темно-синий, коричневый цвет. Натуральная кожа, подошва тоже натуральная кожа. И в черном цвете. €143. €167. Классические модельки. €143. Ну, €249. Правда, цена стоит здесь. Но, скорее всего, будет еще минус 30% скидки. Это финальная цена €167. Ну и модели в замше и в коже. Так, смотрите, €119. Даже подошва, натуральная кожа. Стоили €399. 70% идет на них скидка. Также в коричневом цвете. И эта же модель в коже. Чуть подороже идет. €139. Та же самая модель. И вот такая модель в двух цветах. Ну давайте с черного цвета начнем. 139. 139. Подклад кожи. Подошва тоже кожа. Ну, несколько моделей вот здесь осталось. Общим планом. €143. €125. Так, мужские ремни по €59, но от этой цены еще будет минус 30%. Так, сумка вот такая. Натуральная кожа, €299. Может быть, от этой цены еще будет минус 30%. Вся плика трентована? Возможно. Сказали, возможно, что тоже цвет тоже красивый вот этой сумки. Мягкая зернистая кожа. €299. Ну, я думаю, еще будет минус 30%. Выйдет где-то около 200, там, с копейками евро. Так, ремни вот эти по €69 и минус 30%. То есть выходит €48.30. Все это натуральная кожа. Легко регулируется. Все по €69, я так понимаю. И общим планом вот новую коллекцию тоже, что привезли, модельки. Так, вот такой модели не было. €248. €174, такая модель €137. Здесь тоже, здесь не по размерам, здесь просто это бутиковая коллекция, €213. Ну, я думаю, может быть, еще будет минус 30%. Так, вот такая модель показывает 35, 37, 38, 39, 40. Цена €160. И такие, мне кажется, не были тоже, видите, идет с прострочкой, причем в виде буквы «Б», балдини в виде монограммы, тоже, скорее всего, бутик, €173, легкий. Ну, в принципе, все. В общем, планом мы это показали, это показали. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите на WhatsApp. Ссылка прямая есть под описанием видеообзора, под каждым видеообзором. Все вопросы на WhatsApp и присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Там выставляем все товары в режиме онлайн, не только там балдини, но и любые другие. Все, всем спасибо, ставим лайки и подписываемся на наш канал. Спасибо.